На Краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки войск «Центр», применив термобарические снаряды, уничтожили 6 опорных пунктов противника. Кроме этого, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 2 гаубицы Д-30, 4 расчета 120-мм миномета, 5 боевых бронированных машин. Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск. Экипажами самолетов Су-34 группировки «Центр» нанесен бомбовый удар по 3 опорным пунктам и пункту временной дислокации националистов в районах населенных пунктов Петровская и Терны. На Емполовском, Торском участках и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки вскрыто перемещение взводов на боевых бронированных машинах 21-й, 42-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. В результате нанесения ракетного удара штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии группировки «Центр», противник понес значительные потери в личном составе и технике.